Всем, семья, привет! Сегодня 19 января. Крещение, ребята. Православный праздник. А у моей бабули 19 января день рождения. Опасность столкновения. Сейчас еду к бабуле. С Челябинска специально приехал. Бабули на день рождения. Сейчас я ее буду поздравлять. Также там дядя Дима, тетя Галя, мои родители присутствуют. Уже там. Что бабулю сейчас поздравить надо. На улице у нас минус 4 градуса. Так, в принципе, все хорошо, все нормально. Тепло. Подписывайтесь, ребят, на канал Жизнь Андреевич. Инстаграм, Телеграм. Ссылки будут в описании. Всем, ребята, рад. Асфальтировали летом. Сейчас вот заборчики делают. Молодцы. Но она очень долго пустовала. Здесь очень плохая дорога была. Как будто град прошел. Да, здесь Бондарчуку фильм про войну можно было снимать. Здесь вся убитая дорога была. Сейчас прям у нас идеальная. Летом, в принципе, я уже здесь снимал. Мы уже видели. Тут видите, заборчик какой. Строит здесь. Ну, красоту, в общем, наводит сейчас. Финансирование хорошее пришло. Так что пусть наводит красоту. Я к бабушке буду ездить через эту дорогу, потому что она намного ближе. А так раньше через Рязань все ездил. Представляете, объезжал потом к бабушке. А сейчас здесь 10 минут, я уже у нее. Сейчас, ребят, я маленько поснимаю свою семью уже. А то я как бы мало, да, показывал. Ну, где-то ролики есть, у мамы день рождения. Ребята, покажу, в принципе. Тетю, дядю, бабулю вы постоянно видите. Сейчас мама, папа будет. Вика в школе, не знаю, кстати, позвонил, может, они забрали ее. Сейчас узнаем. Я давно, кстати, не видел тетю Галю, дядю Диму. Вы, если смотрите, вам большой привет. Дядя Дима – это брат моей бабушки, а тетя Галя – это его жена. Она очень вкусно готовит. Давно у них в гостях не был. Спасибо, что приехали к моей бабушке. Так, надо бабуле купить. Блин, а где же здесь цветы-то продаются? К сожалению, ведь, ребят, все знаю. Но цветы не знаю, где продаются. Пробуем найти. Вон, ребята, бывшая моя школа. Так, сейчас хочу в магазин зайти. Здравствуйте! А не скажете, у вас цветы продаются, где здесь ближайшие там? Нету? А где же вам мужья дарят-то? Покупают? В городе? В городе? Так, ну все, ребят, цветов не нашел, но зато Прагу взял. Хороший торт. Вам рассказывал про конфеты. Когда я маленький зашел сюда, вот конфеты вот здесь были. И там женщина покупала конфеты «Мишки на севере». Я подошел, пожалуй, угостите меня. Я за хлебом. Раньше же вкусный хлеб был. Я за хлебом, мне мама послала. В итоге я спросил у нее конфет. Она мне сказала, у тебя нету, что ли, никого? Ну, купить. Я говорю, нету. И она подумала, что я из детского дома и дала весь кулек мне. Представляете, я иду с кульком. Выхожу. До свидания. Выхожу. Иду такой, у меня мешок такой большой. У меня конфеты падают. И тут с левой стороны, вот из-за угла бабушка выходит с сумкой. Я иду такой, она, Андрюша. Я говорю, да, поворачиваюсь. Она мне, ну, поняла, что, представляете, конфеты, да, падают. Все, я иду. И откуда... Она говорит, это ты что, купил? Я говорю, нет, бабушка мне там угостила. Мы вот назад возвращаемся, а там эта женщина уже рассказывает. Ой, у вас еще детский дом здесь, что ли? Вот такой сирота зашел, я ему конфет дала. И мы заходим с бабушкой. Она говорит, ой, вот он, да, вы ему тоже купить что-то хотите. Бабушка говорит, так это мой внук, вы что?
Вот эту историю мне бабушка постоянно рассказывала. Вон тот дом, вот я родился. Там. Так что вот, ребята, поеду сейчас к бабушке с тортиком. Так, а вон у отца машина стоит уже. Помытая, чистенькая. У меня у одного грязная, ну ничего, я тоже помою скоро. Привет, Лёш. Здорово, иди. Не раздевайся. Так. Да, так иди. Всем здравствуйте. Здравствуйте, вот мой внук. Вот бабушка, с днем рождения тебя. Вот, хвалюсь, Андрюша, медалью. Счастье. Давай. Тетя Галь, давно вас не видел. Еду такой, думаю, когда увижу. Это Дим. Здравствуйте. Я смотрю, думаю, узнаю или нет. Лягушку на пикня. А чего не узнать-то? Это он как-то накладывает. Иди разденься. Леш суп накладывает. Коты-то все разбежались, да? Они как пришли. Как почувствовали, да? Все сделают дали. А Леша на тебя вообще не похож. Машину он на отца похож. Андрей, нос небольшой. Танк. Да мы у нас у всех небольшие. Да, сейчас будем. Давай, видишь, вот как вот молодец, поскольку наливать. Ну так нам надо наливать. Да. А мы привыкли. Это... Ну первый стакан ты хорошо выпили. Выпили, да. Всегда так наливаешь сначала мало, а потом пьешь и наливаешь полный стакан. А мы наоборот. А мы первые прям... Ты знаешь, я замерзла, мы их столько долго ждали. Я не только замерзла, я сказала, Дим, я сейчас приеду, стакан с гранью наливает, чтобы только не заболеть. Я обратно потом уехал с вечера. Андрюш, тебе вот что. 18 километров. Никто не пил. Чистый. Кого? А? Да я чай потом налью. Разведчиком был в Германии. Они все знают. И никто не знал, нет, что он там был разведчиком. Когда от этого... Да, отъелся, что ты, Андрюша, говоришь? Андрюша, без тебя все знает. Долги были. Там, Андрюш, не снимай. Говорят себе, бабушка, вот Андрюш, за Путина топит. Путин. Да я убираю, что не надо. Ты меня снимаешь, что ли? Да. А он всю дорогу меня снимает и показывает. И над тобой все смеются. Ничего не смеются. Прям... Что тут смеяться-то? Над тобой посмеялись. Расскажи что-нибудь. Дизель-шоу смотрели? Дизель-шоу смотрю, да. Это наподобие уральских пельменей. Да, наподобие. Андрюша. Американец говорит, а наши чего-то... Андрюша. Там президент, да я тебя не снимаю. Убери телефон. Да не снимаю тебя. А? Так вы, говорит, посмотрите, наш президент был ФСБ, разведчик. А ваш президент кто такой? Пустыню такой видел. Что-то Путину сколько лет? Лет 70? Как я. 70 лет. Он 52-го года. Да. Мы вместе почти родились. Я в августе в сентябре. Он сам говорил, у меня мама была, работала... Я его полностью смотрела. У его мать умирала. Все, умерла. Отец, когда пришел... И смотрит, он говорит, пощупал, она живая. Они сказали, нет, мы ее упакуем, все спокойненько. Он сказал, отец, муж, нет, вы ее вылечите. И она вылечилась, и после этого родился он. У него два брата во время войны умерло. Отец у него без ноги был, срон пришел. И работал он корабли, что ли? Алло. А что, до двух надо сегодня, что ли? Ну, там с работы надо увезти же. А-а-а. Он же должен быть там. Ну, деда сейчас отправлю. Ну, я поеду. А что, куда надо? А этот Андрюшка поедет. Нет, потом ему обратно на работу надо будет. А-а-а. Так у меня заезд-то есть на завод-то? Че? Она хочет приехать, Люба, что ли? Нет, там по делам надо. Ну, сейчас Андрюшка поедет, а потом дед может... Кто там звонит? Люба. А, что она меня не поздравила сегодня? Замоталась. Не до тебя сегодня. Она знает. Стас еще тут 2 часа. Дед, ты где? В туалете. Вот обосрался, что ли? Ну или что теперь?
Все, значит, кто-то заставил его обосраться. Да. Я говорю, можете сейчас. И у меня все готово. Ты что, всю ночь не спала? Я говорю, да. Столько наготовила всего. Это... Бабушка все наготовила. Поедем в выходной. Я говорю, суббота у меня день рождения. Бабушка? Это отец, да, молодой? Фотография. Да, да. Поэтому не отец, молодой, наверное. Отец. А Муратов. Вот это. Алло, алло. Это отец, это Андрюша. Ну, ну а вот, это да. Что, правда? Да. Это Андрюша. Это Леша, да? Что, кому надо за ним приехать-то? 16 лет. Леша. Это вот дедушка. А дедушка с кем здесь? Дедушка это со мной. Вот. В руках тебя держит, да. Что ли? А твой отец? Дедушка. Ну вот, я думал, дедушка на Костя похож, деда Костя. Похож просто. Я и думаю, как он тебя там держит. Ничего себе, он бабушка какая молодая. Оп. Сейчас мы. Это я когда в школе дела, она бутылку мне пробка так вот заделала. Это бабушка молодая. Леша, дедушка, молодые. Тебе сколько здесь бабушка лет-то было? А, не знаю. Ну, молодая. Это как любовь до голуби. Сколько там было-то ей, да? Жалко, да, его? Да, хороший был. У тебя что, Есенин, что ли, даже здесь? Да. О, Сергей Есенин. Ничего себе. Дай мандаринку. Я всегда жду. Я помню чудное мгновение передо мной. Это Леша первый раз пошел голосовать, и ему Есенина подарили. Кого подарили? Это вот Леша? Есенина подарили. Это тебе в армии, что ли, подарили? Нет. Это нет. Подарили в этом, как его? А когда в клубе Есенина. А, я понял, вот. понял. Смаха, не сфотографируй меня. Да не фотографируй. Смотри, ты какой молодой, в армии был здесь. О. А здесь сколько тебе лет, знаешь, нет? Я спрашиваю, сколько лет? Тоже. Сколько лет-то? 16. 16? Смотри, уши одни торчали, худой какой был. Да? Вот. Отец какой у тебя? Он вообще худущий. Вон. Тоже, да, рядом. А этот маленький я? Это бабушка. Маленькая, это бабушка, отец ее. Бабушка сейчас сказала. Андрюш, отец ее. Ты, у тебя 2 метра, наверное, рост. 1,89 м. 1,89 м. Это как Петька наш. Да? Он 1,89 м, что ли? Да, когда она ездит. Он высокий, Петька-то у вас. Петька-то высокий, но... Он был 1,82 м, я 1,70 м была. А она кнопка, блин, это как кнопка. Он кино снимает, что? Все, кино снимает. Нет, он это... Сейчас поправился немного. Ну, он в банке работает или где, да? В банке сейчас. Я его, когда с армии пришел, я встречал его, приехал с ребятами. Дальше. Вышли все ефрейторы. Да? Все идут. А военку вот так вот крутит. Переоделся, я ему привез туда. Вот. Ой, такой. А где служил? На дальнем. На дальнем? Дед? Андрюш, ты поел? Нет, так. Дед, Андрюш, все фонарные туда сюда, да. А он говорит, чихать, Аль. Да. Все, машину прыг, поехали. Так все правильно, я тоже, нафиг. Кому-то армию надо, кому-то нет. За рули поехал. Ну, я вот 4-го класса ездил. Ну, нравилось. Я знаю, вы катали. Мы с вами катались, я помню, вы газировку постоянно, кока-колу привозили в баню, там дарили. После синокоса. После синокоса. Семерка у вас, шестерка была? Шестерка вроде. Продали даже старенькая, бодренькая, да, хорошенькая была? Ну, я сейчас бы купил шестерку или семерку. Хорошую такую, да? Любую, не хорошую, прям с завода купил. Ну, не, ну понятно. Я сейчас респекта купил, низкая, хорошая машина. Все теплое, все мягко идет. Но ездить нельзя, блядь. Почему? Низкая, блядь. А, пузатерка, у меня Кирилла такая же была. Как сядешь, вот, загрузишься, вот. Опять сейчас на Киева на подруге наездит. У него сейчас самого-то я купил, он, что, когда? Знаете, как купе. Хундай. Солярис. 0,35. А, АХ 35. АХ 35, да, я видел. Для машин моря всех. Привез я его. Приехал себе, прошли, не надо. Вот увидел ее, блядь. Купе, там, конечно, сзади бабу посадила. Все верно, да? Квартира у него на 9-м этаже давно уже. Да? Ну, на 2-м курсе как. Алло. А я все-таки... Блядь, это... Не звонит, подлец. Андрей! Я
Ругаюсь с ним постоянно. С бабушкой на Новый год ждем, 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 ждем. Приехал 30-го. 31-го на гору покатался, приехал. Переспали коробку и в Казани. Уехал. Ну, с подругой там, сестра уехала. Сейчас, что ли, уехал? Вот на новые праздники? Он сейчас уже в Челябинске обратно. Ну, ездил, в общем. Он мотается везде. Так, сейчас, вот на. Иди туда. Старчок звонил. Иди туда. Да, иди туда, разговаривай. Есть что, Андрюшка может поехать? Лёш, ну что стоишь, чай давай. Чай, прячется. Тряпку показывай. Да я не тебя снимаю, вон бабушку снимаю. Ты сбоку стоишь. Леша все шифрует. Вон, видишь, тут бабушка в кресле сидит. Чай будем пить? Это что, это Петя? Да. Это не убираем. Это Петя, да. И Лиза. Оксана! Не узнал, что бабушка не узнала? Любу заберешь, сидишь куда? Ну да, куда, откуда забрать, да? Стас, здорово! Да, привет, Андрюх. А чё, мы и сказали это забрать, откуда чё забрать-то, кого? Любу из дома надо забрать, отвезти её в пенсионную, она там справку будет забрать. И за мной в эту часть заехать, там нотариус надо прийти. А, так я давай в МФЦ её увезу и за тобой в часть поеду тогда. Алло. Да-да-да, можно так. Ну все, ладно, сейчас я... Ей срочно, сейчас чай попью и да поеду за ней. Ну, у бабушки. У бабушки день рождения же. Ну смотри, я в... минут через 30 у нее буду, там, 35 там. Алло. Ну, раньше надо, что 35. Алло, сейчас это, Стас, чай попью и да поеду тогда. Приедешь, за ней. Попьешь. Ну, это... Че? Позвоню минут... Сейчас уже выйду уже. Сейчас налью Танями быстро. Вот видите, гоняет меня везде. Вот я подальше уезжаю. Я у Алексея спросил, где же молоко? Он говорит, в холодильнике. А там три банки, и, ну, свежее, старое, неизвестно. Какое? Я говорю, чай и кофе только с молоком пью. Дай, пожалуйста, молока. Вот он мне молоко дает. Он говорит, иди, иди, не снимай меня. Я говорю, не снимай тебя. Это есть, это тоже съедобное. Режь, режь. А, да ты тут... Она что, сумеет, она и поди... Что-то какой-то клей взял. У вас в магазине взял клей. Нормальный клей. Ой, клей, говорю, тот. Слушай, клей. Я вижу, как Андрюша режет торт. Я такой и не умею держать. Слушай, ну он какой-то прям... Он в холодильник взял. Да, да, да. Они сейчас... Леша и в добром холоде брал, они замороженные. В морозилку ложат. Цветов у вас не продают. Не режь. Кого? Цветов не продают. Хотел цветы. Они сказали, а у нас цветы только в городе. Цветы только в городе. У тебя вон тарелка. Это кто? Галь, вон сюда. Это у вас в магазине зашел, здесь вот взял. Сказали, цветы у вас в городе только. Слышишь? В городе, нож. В городе. А чай что тебе не надо? Вот чай же. Сейчас, ну вы что, пока а не будете? Чай, а я чай пью вот. Со сливками. Что вот, Маша? А, ну, открой. Ко мне приходи чай пить со сливками. Со сливками? Ну, только чай со сливками пить. Ну, я сейчас тоже начал со сливками пить. Только со сливками. Ну, кофе, в основном кофе, чай редко. А вот я топленое молоко не люблю. Кофе. Нет, я оно не люблю. Оно отдает коровы топленое молоко. А сейчас нормального молока, потому что нету. Мы только берем сливки, мы просто... Сейчас более-менее сливки только, да? Да. А вот потащим на тарелку. А это... Да это он тебя оставил. Это я не знаю, съедобно, несъедобно. Должно вроде. Кусать? Правильно. Все? Она съедобная хоть, бабушка? Я вроде съедобно должно. Что такое? Съедобно? Ну ладно. Он тебе дрянул, она из тарелки брать. Да нет, я положу просто. Молодец. Большой семье. Бабушка, желаю тебе счастья, здоровья, семейного благополучия.
Самое да, главное здоровье. Здоровье. Двигайся побольше. Движение это жизнь, да? Да, да, да. Да, девки, здоровье. Вот у нас Леша, пришла я в огород, он же все делает. Ага. Мы приедем к ней на Троицу. Запомни раз навсегда. Они натопят баню, да. Мы с чего купим, мы с чего купим все еды, будем пировать. Молока можно. Надо строить. Надо молока. Да. Я налью, налью. Под навесом там у нас стол есть. Нет, бабулька. А строить когда? Наливай, 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 наливай. Я люблю слово. Там не молоко, а вода. Какая вода? Конечно. Ну, сейчас молока-то нормального нет, сливки надо покупать. А что за телега-то у тебя, бабушка? А это Андрюша вон возит. А, что, покупаете? Да, типа это понятно. Собака. Лешками. Как там Альфа посывает? Нормально. Скоро Дика вам привезем. Кого? И что? Вот какого этого. Какого Дика? Ну, вашего какого. Он Рекс. А, Рекс. И он придет. Диком будет. Нет, он уже. Кому? Рекс. Сейчас, нет, уже не Рекс, да? Вот мне прямо вот сюда положь. Это. Нет, не отдай. Прям маленький-маленький кусок. Рекса маленького снимал еще. Маленький так. Рекс. Альфу тоже взяли, она все больше. Ладно, хоть отдали. Представляешь, Альфа бы у вас была бы. Ой, она... Представляешь, она все бы разнесла она там у вас. А кто она по этой? Смесь, смесь. Да, мне вот белый торт. Смесь. А этот Рекс-то у вас? Рексильный. А он смесь тоже с чем-то там. Кружок был хороший. Кружок, да. А с Башкирии-то привозили, у вас хороший был. Рекс, да, был? Мухтар. Не, Мухтар. Ешь, Мухтар. Нет, тебе тоже надо дать. Да вон у меня все Леш, есть. У нас... Дик, да, Дик был, Дик же у вас был. Дик. Див. А Див. Корову зарезали, и он через два дня где-то с коровой лежал, тут и умер. Ой, бабушка, рада, рада. Ой, давай скорее за стол, за стол. А привезли чего только не привезли, помню. Всякой еды, всего-всего привезли. Андрюш, давай тебе самогонку. Нажрались кто как может. Трехлитровую ванну самогонки. Мы с Костей были. Святая была? Да. И эти были, у кого мы ночевали первую ночь. Я Дима, Ивановы. Вот. С днем рождения. Да. Спасибо. Увидимся еще. Конечно. Всем пока, хорошего пока, вечера провести. Давайте пока. Ой, какая красавица. Небось. Хороший какой. Ай, хороший какой. А как зовут-то? Как зовут? Пошли хлеб дам. У меня здесь хлеб остался. Будешь хлеб? Айда. Айда. Лепешка у меня оставалась здесь. Айда. Айда. На. На, будешь? Держи. Ну на. На. На, не бойся. На, держи. На. Опа. Сейчас возьмет лепешка. Там. Вкусная. Ну вот, все. Побежал. Сейчас, ребят, Стаса нужно забрать. И Люба позвонили. Бабушку с днем рождения поздравил. Поехал в Гортен сестре помочь и Стасу. Позвонили, сказали, в МФЦ надо сводить. Опасность столкновения. С документами. У меня пропуск просто на машину в завод надо заезжать. А там воинская часть, вот за Стасом еще. Нужно выручить. Рад я всех был увидеть. Диму давно не видел. Что говорить, маму не видел давно.